имеем такую возможность прекрасную испытать себя вдали, вокруг соленого, очень интересного, очень романтичного такого озера, как Эльтон. А это одна из первых в России 100-мильных дистанций в трейле. Один круг – это 82 километра, это практически 50 миль. Два круга – это 100-мильная дистанция. Наверное, это будет самая длинная медитация в моей жизни. Это очень круто. Мне показалось, что это такой вот трип бессознательный, который мне захотелось пройти. Эльтон отбирает своих героев, и я думаю, что те, кто должен пробежать, они пробегут. Ты преодолеваешь некие барьеры и получаешь удовлетворение. Волнение, оно присутствует всегда, даже если бежишь маленькую дистанцию и знаешь, что ты уже бегал, и что ты все равно ее пробежишь, но все равно какое-то внутреннее волнение присутствует всегда. Я в прошлом году сюда попал по рекомендации, ребят позвали пробежать 38 километров. Я даже не знал 2 недели тому назад, что это надо бегать 2 круга вокруг озера. Это вызов. Очень больно или просто больно? Наверное, Эльтон – это очень больно. Я им даю заслуженную дань.